Резьба по дереву – вид декоративно-прикладного искусства наряду с художественной обработкой дерева с выпиливанием, выжиганием. Данный вид искусства популярен издавна. Данная мастерская работает в 6 направлениях. Дети занимаются в данной мастерской от 10 до 21 года. За моей спиной находятся изделия, которые выполнены нашими учениками. В этом году открылся новый кружок «Стендовый моделизм». Занятия в данной мастерской по 6 направлениям проходят с понедельника по воскресенье. Даже выходные дни мы работаем. С 9 утра до 18:50. Дети могут приходить как с утра, так и после обеда, в зависимости от школьного расписания. Напомним, дети занимаются по 6 направлениям. Это столярное дело, резьба по дереву, работа с кожей и металлом, стендовый моделизм, судомоделирование, изготовление сувенирной продукции. Данная мастерская поделена на 3 зоны. Это станочный парк, в котором расположено 18 станков, как по дереву, так по обработке металла, так по обработке и различного пластика и других материалов. Это у нас учебная зона, где мы проходим теоретический материал и изучаем новые темы, и зона для ручной обработки различного материала. У нас в данной мастерской есть шкафы с ручным инструментом, с ручным электроинструментом. В данной мастерской может заниматься до 16 человек. Воспитанники мастерской по художественной резьбе в новом учебном году пока не принимали участие в городских конкурсах. В 2020 году ребята заняли призовые места в конкурсе World Skills. Аблай Балтабаев, Бауржан Смагулов, Кукши Ахпарат.